Здравствуйте, меня зовут Анастасия Щетиник, пиар-менеджер УДПО компании «Инфоурок». Представляю для вас курс «Профориентация школьников, психология и выбор профессии». Автором является Бухарина Юлия Вячеславовна, учитель русского языка, ИЗО, черчение, педагог дополнительного образования, а также бизнес-тренер, сертифицированный тренер по скорочтению. Как важен выбор профессии для молодого человека, для школьника? Насколько сложно ему всегда определиться? Присутствует давление со стороны родителей, со стороны общества, что же модно, важно и актуально? Наш курс поможет вам разобраться, как нам поступать и вести себя с этими ребятами. Курс разработан согласно ВГОС. Современные требования развития обучения специалистов подразумевают не только обучение учащегося, да, но и, конечно, участие в воспитательной работе, развивающей жизни. То есть мы, по сути, как педагоги, должны помочь учащемуся увидеть свое будущее, оценить его и подготовиться к нему с учетом каких-то своих личных характеристик, никого не слушая, интересов, способностей, характера, мотивов. Каждый модуль данного курса рассматривает, анализирует и подтверждает важность применения полученных знаний, раскрывает методы и способы как раз-таки профподготовки учащихся к выбору профессии и всей своей будущей профессиональной деятельности. По окончании программы курса вы на реальных примерах проанализируете, как профориентационная работа может повлиять на верный выбор учащегося своей будущей профессии и профессиональной деятельности. Заранее начать проведение работы по подготовке учащихся к выбору профессии, а также максимально помочь учащемуся ребенку снять проблемные ситуации и трудности, снять свои сомнения на пути к выбору профессии. Будем очень рады вас видеть на нашем курсе.